Торговля маржевыми контрактами на блокчейне биткоина. Швейцарский стартап Liqe получил лицензию комиссии финансовых услуг Вануату, благодаря которой сможет предоставлять финансовые услуги на рынках ценных бумаг и активов резидентам стран Азии и Африки. Предлагаемая Liqe платформа предназначена для трейдинга финансовыми активами. Также компания подала заявки на получение лицензии брокера в таких странах, как Кипр, Великобритания, Швейцария, Япония и США.